Привет, мои дорогие друзья и зрители! Мы находимся в Милане. Приглашаю вас прогуляться с нами по рождественскому Милану. В Милане мы проведем один день, а завтра улетаем. Поэтому мы поселились в аэропорту. Вид из окна нашего номера прямо на аэропорт, на взлетно-посадочную полосу. И здесь у нас просто в окне летают самолеты. А вот автобус, по-моему, пришел ехать в терминал 1. Вот отсюда видно прямо магазин, который есть в аэропорту. И вот там вот у нас гора. Наконец-то мы отправляемся из отеля и будем ходить по Милану. Стрит-стайл у нас теперь такой. Мы оделись тепло и, надеюсь, теперь не замерзнем в Милане. Так, вот то место, где мы завтракали. Пьем чай. И вот наши булочки. Так что мы на 7 евро тут набрали. Ни в чем себе не отказали. Да. А здесь вот так вот красивенько. Я сейчас схожу туда. Смотри. Вот эта елочка. Медвежонок с подарками. Здесь такой холл. Можете отдыхать. Когда лето, здесь, наверное, хорошо. Даже есть кресло, но сейчас никого нет, холодно. Здесь такие кресла. Можно сидеть, как улитки. Здесь тоже. А здесь можно играть в футбол. Вот такой холл отеля. Ну, то есть и книжки можно почитать. Хотите книжку? Это ресепшн. Здесь можно есть салаты. Вина как без вина. Кьенти стоит 25 евро бутылочка. Так, 3 евро бутылка воды. Булочка. Рождественские подарки. Да, я ухожу. Так, и сейчас из отеля мы отправляемся на автобус. Тут все размечено, все. Вот и самолетик очередной. Раньше отсюда можно было выезжать на Мальпенса экспресс поезд, а теперь говорят, что только из терминала 1. Поэтому нужно добраться до терминала 1. Мы сейчас поедем на автобусе опять. А мы сейчас пока в терминале 2. Вот это отель Мокси называется. Ужасно шумный из-за самолетов. Самолеты, как видите, здесь повсюду летают. Просто не успеваю снимать. Отель нормальный, но самолеты там реально шумят. Мальпенса, терминал 2. Пошли быстрее. Мы в автобусе. Увидимся в терминале 1. Терминал 1. Паркинг для машин арендовано. Это отель Шератон, в котором мы жили раньше. Так, вот такая ясная солнечная погода. Мы опять в том же месте, где мы вчера загружались. Нам надо его запомнить, это место, потому что мы все время будем тут.
загружаться и выгружаться. Так, теперь нам надо... Тикет-офис, да, Милана. Я не знаю, как покупать билет. Аэропорт Т1 Милана, вот это нам надо. 13 евро, держи. Ну, мы сейчас покупаем билеты. Слушай, а надо карточку просто приложить и все. Follow, printed ticket. Вот сейчас печатают билетики. Давай. Print receipt only necessary, yes. Возьми чек на всякий случай. Отлично. А там времени нет никакого, да? Это какое? Ну вот, мы в поезде. Тур по Италии начинается. Нет. Мы приехали на станцию. Есть. О, действительно, сколько снега. Так, уютные итальянские домики. Вот такие уютные пригороды Милана. Вот такая у нас стрижка. В основном все одето тепло. Обратно мы тоже поедем на поезде. Вот такой вот вокзал в Милане. Доехали мы быстрее, чем за час. Примерно за 50 минут. Все хорошо. На улице прохладно, народу много. Как всегда на всех вокзалах. Народ несется, суетится, ну, как обычно. Мы постараемся быть осторожными, пометуя свой неудачный опыт в Риме, на Тенерифе. Нас уже обокрали обоих. Поэтому теперь мы будем аккуратными. И надеюсь, эта поездка по Милану не принесет нам огорчений. Приключение начинается. Потеряли микрофон, но уже нашли. Мы все еще на вокзале. Ой, это такая очередь, смотри, это куда? Да, вот такая очередь огорчительная. Надо было брать туда и обратно. Может, все еще рассосется. Мы поедем вечером. Все тут. Офис Exchange. Ресторан, Wi-Fi, TV. Холодно здесь. Метро Station. Мы здесь в метро Station. Термиса, бас Мальпенса. Терминал бас Мальпенса здесь останавливается. Метро, такси, сервисы. Так, нам туда. Так. Просто не люблю такси в Милане, оно такое дорогое и какое-то непонятное. Вон какой отель, выходим с вокзала. Ой, красота. Красивые здания. Это здание вокзала, централа. Просто мы вышли с какой-то другой стороны. Вот какое здание. Ой, а вот здесь вокзал, смотри, как красиво. Мощно. Давай сейчас по скверу пройдем и оттуда посмотрим. Так, повсюду эти мотики. А я хочу снимать вокзал. Он вообще такой мощный, такой огромный, такой здоровый. Это просто вообще, это здание бесконечное. А я хочу вот туда. Супер. Ой, тут яблоко. Боже мой. Памятник Apple.
плавно поворачиваемся и видим центральный вокзал Милана. Красота. А вот тут какие-то карабинеры прямо, смотрите, с бронемашинами. Это удивительно. Миланский вокзал с яблоком. А вот это перилли, небоскреб. Это какие-то бомжи или гастарбайтеры. Вот это Плаза Дука де Аста. Ой, как красивый вокзал отсюда. Поверните направо. Вот, у нас трущобы Милана. Тут люди спят, тут бедные. Да, район вообще, конечно, веселый здесь. Да, постоянно какие-то тучи народу. После Тенерифе, где-то Барселоны. А что, казалось бы, здесь видишь кафе? Ой, они тут берут еду. И очередь в кафе. Да, ужас. Ну, видимо, там гамбургеры недорогие. Девиз нашего канала. Куда спешить? Никуда не спешим, идем спокойно. Красиво, здесь солнце скрыто было. Вон там, вон, правда, улица. Можно пройти вот для разнообразия здесь. Вот какие кругом башни. Вот брошенные самопеды. Отель Маркони на горизонте. Могли бы поселиться в отеле Маркони. Недалеко от центрального вокзала. Это вообще тут что-то космическое. О, это просто миланский Лас-Вегас на горизонте. Улица называется Плаза Република, точно. Что надо пропускать обязательно? Ой, наконец-то здесь можно хоть что-то увидеть. Осень. Да, здесь еще осень. Листики падают. А вон там, вот смотри, первый этаж весь завит плющом на доме. Это зеленый. Да, это отель, наверное. Ну, пойдем здесь, пока тень можно поснимать даже туда. Все крыши, смотри, на домах все зарощены какими-то растениями. Да, это везде садики. Популярно. На все крыши. На любой. Возьми, и любая крыша будет. Ой, какой трамвай. Отель. А вот это и наш отель. Когда-то мы тут тоже останавливались. Ой, вон там какой-то парк. Я уже вижу. Улица
Даниэль Манин. Манин. Ломбардия. Что-то от Ломбардии, короче. Ну, все закрыто. Делия Москова. Отель Манин. Биолаб. Вот в этом парке находится. Вот в парке такая статуя. Там много каких-то статуй. Вот этот парк. Статуи, пруды. До какого часа это работает? О, тут опера. Реклама. Ой. Это уже все, центр. Мы пришли. А вот тут можно пройти. Вот. Вот такой стрит-стайл. Или вот такой. Ой, какие картиночки. Какие витриночки. И украшения вот такие вот. Так, идем дальше. Смотри, как сделано украшение. Эта дорога ведет, видимо, на площадь. Ой, красота. Кругом елочки. Супер. И я около одной такой елочки. Таким шикарным шаром. Елочки. Чай попили, а лимончики на елку. Да, видите? Какая красота. Маски. Я в маске. Yes, please.
Okay. Thank you. Buongiorno. Okay, okay. Maybe here. No, poi da qua. No, no. Okay. Qui va bene? Okay. Thank you. Да, садись. Я не могу дышать, потому что у меня все дефект. Все, шапку я снимаю. Green pass. Окей. Green pass. Сори. Где мой телефон? Окей. Вот сидим в кафе. Сразу нас спросили green pass. Ну такой у вас боевой. Вид у нас Борис. Боевой. Ну ничего. Что? Ready. One pizza margarita. One pizza margarita. Dos cafe espresso. Две кафе. Доедаем пиццу в этом кафе. Видите, он уже доедает. Интерьер такой классный. Но обслуживание такое торопыжное. Все бегают, садитесь сюда, сюда не садитесь. Сертификат покажите. Все проверили. Но обслуживают так себе быстро, но нас забросили. Хотели заказать еще кафе, но кофе очень вкусный, пицца тоже. Но мы совершенно не голодные. Так, вот это я решила поснимать интерьерчики. Пока иду в туалет. Как называется вот так. Я пошла в туалет. Как в подземном замке. Тут такая винтовая лестница. Ой. Так, тут все аутентичное. И туалет находится в полу. Вот так вот. Вот прикольчик. Видите? Нажимаете вот так на стол. Хоп, водичка потекла. Снимаете? Нет водички. Ковид удобно, не надо руками лишний раз ничего трогать. Прекрасный вариант. Так, вот наши кафе. Похоже, мы тут одни остались. Ну что, кофе получил? Очень крепкий кофе. Да? Там большая афиша театра «Ла Скала». Он отсюда я вижу. Адиос. Аривидерчи. О, сколько футбола. Мы идем туда. Просто где тут переход? Я не... Плаза Меда. Вот такие дворики. Такой узкий. Ой! Здесь никто не ходит. Какие-то узкая улица, какая-то и тротуара нет совсем. Так, ну что, уже стемнело. Было не повсюду магазины, даже где нет людей. Пожалуйста, тоже магазин.
Не знаю. Вот тут кафе. Отличное. Ой, красиво. Take away. Супер. Милан – это город-праздник. Ходи по магазинам, будет тебе счастье. Если только деньги у тебя есть, конечно. Ой, как красиво. Ювелирка. Да. Мы тоже сделаем себе табличку пенсионата. Здесь Карла Диани. Вот им знал кто. Там написано Аграрий. А вот это Коммерсанта. Джузеппе Фарамухи. Построил этот фонтан в 1808 году. Да, вот это карабинеры, конечно. Куда без них? А здесь новогодний базар. Вот шапочки 23 евро. Вот здесь есть тоже еще много детские. Дай посмотреть.
О, как красиво. Как... А я нашла себе шляпку. Смотри, как мне идет. Ой. Смотри, как я, как Гингева. Да-да-да. Ну, отлично же. Это ковбой Мальборо. Ковбой Мальборо. Как ты думаешь? Да, отлично. Так, сейчас я буду. Слушай, гусар отлично. Ну просто прелесть. Вот дома. А тут можно вот здесь фотографироваться, видишь? Это такая композиция к Рождеству. Отлично. Тепло, светло. Какие красивые. Дед Мороз тут. Человечек 15 евро, самый дешевый. А вот здесь есть куколки новогодние, видишь, маленькие. Домики всякие разные. Пряничные домички. А это игрушки. Шишки. Боже мой, что тут только нету. Ну как красиво. Да. Какое новогоднее настроение на площади дома. Супер. Красивая подсветочка. Вот такая площадь здесь нарядная. Все подсвеченное. Все здания, все в огне. А тут все везде. Продают сувениры, еду, пряники, сладости, вон вафли. Вообще все, что хочешь. Попробуй, сэр. Супер. Very tasty. Как классно здесь. Все украшено, все раскрашено. Ой, какие овцы. Собаки. И торгуют они во все стороны. И туда, и сюда. А сыры бесподобные. Нам уже дали попробовать. Кишит, роится людьми. Такой праздничный базар. Чудесный. Сырыки. Вот здесь тебе дадут горячего. Видишь, тут что-то жарят. Каштаны, наверное, да? Вот такая площадь. Вот такой у нас вид. Вот столько народу. Вот елка. Такая вот елка чудная. Слышишь, как? Да. Музыка. Так.
Тут все фоткаются около этой елочки. Площадь дома. В прямом эфире. Смотрим, восхищаемся. Вон голуби. Люди тут накормили голубей. Там закрыто все, конечно. Это очень ресторан. Метро, да, тоже может быть, конечно. Но пошли в метро. Я рука не знаю, куда я пойду. Теперь нам как-то надо добраться обратно. Сейчас надо поискать схему. И это само, вон и автоматы есть на метро. Тут нет проблем. Ага, пошли. Вон схема, сейчас посмотрим. Наша прогулка по рождественскому Милану закончилась. Мы в метро, едем обратно в наш отель. Спасибо, что путешествуете с нами. Всем добра и мира!